О, доехал! Мы на канале Happy Ники. Всем привет, ребята! Ники сейчас получит очередной сюрприз. Игрушку, которую она сама не выбирала. Она не знает, что там. И это будет что-то необычное. Та-да-да-дам! Открывай. Мама! Что это? Ты это где нашла? Это домик на дереве с маленькими животными, белочками или лисичками. Кто это, я не знаю. Но они умеют кататься, складываться. О, что ты вытащила? Это батут. О, крыса! Пока Ники распаковывает, я вам покажу, как выглядит. Какая прелесть! И ушки, хвостик, все складывается, и он сам прячется. Тирим! И становится таким маленьким грибочком. Ники все летит в разные стороны. Все лишнее выкидываем. Это были не мальчики. Я не так буду сидеть. А это... Нике не нужна даже инструкция. Похоже, мультик про фиксиков она плохо смотрела. Плохо? Плохо, потому что фиксики говорят, что инструкция очень нужна. Да. Так. Я последую Никиному примеру и попробую поставить без инструкции. Так, получилось. Что же сюда поставить? Окно открыть. О, ребята, смотрите, вот она корка, вот оно раскрывающееся дерево. Тирим! Здесь нужно кресло. Вот, нужно кресло, в котором она сможет отдыхать. Ставь кресло, как оно должно быть. Где? Здесь. Здесь, около телевизора, да? Давай, открывай сюрпризик. И кто у тебя там? Крокодильчик. Крокодильчик. Зайчик. Крокодильчик-зайчик. Вот такой крокодильчик-зайчик попался Нике в сюрпризе. Это крокодил, а это зайчик. На самом деле мы долго пытались понять, кто это. Мы до этого его уже открыли. До видео Ники не смогла, не вытерпела. И мы долго пытались разобраться, кто это. Судя по хвосту, это крокодил. Судя по ушкам, это зайчик. А улыбка какой-то крокозябры. Давай я сейчас покажу ребятам и тебе, какие здесь есть возможности в этом домике. Его можно крутить. О, это качели настоящие, не крутилка, а качели. И еще на горке нужно покатать. Не лезет? Так, я сейчас вам покажу, какие есть возможности. Первое, вы видели, можно качаться на качелях. Второе, Ники, нажимай на батут, можно подпрыгивать. А будет самый супер, если он подпрыгнет прямо к себе в домик. А домик можно закрыть. Да, Ники? Можно открыть. А еще здесь, видите, есть лепесточек. Ники, ты видишь? Если этот лепесточек... Давай покажем. О, крутится! Да,
давай я быстренько покажу ребятам. Если вот этот лепесточек поднять, то поднимается лифт. И наш супер-пупер ежик, назовем его пока так, может полететь в самой верхней горке. Ой, мы забыли открыть проход. Да, потому что тут есть вот такой проход. Открываем. Запускаем еще раз. Держи листик, Никит, держи. Запускаем. О, доехал. И вылетел. О-оу. И вылетел в левую. И тут же открылся. Можно я? Да, теперь Ники. Мам, держи. Держу листик. Запускаем. Интересно, куда вылетит? Прямо или налево? Два. Налево. А, опять в эту сторону. А здесь есть еще и такая подзорная труба. Ники, тебе нравится эта игрушка? Да. Ты будешь в нее играть? Мы купим еще друзей и подружек для этих маленьких животных. Скажи мне. Вот такая у нас сегодня веселая игрушка и изведанный сюрприз. Я буду играть. Ты будешь играть. Давай попрощаемся с ребятами, и ты останешься дальше играть и развлекаться с этой игрой. И наконец-таки мы... Пока-пока. Да, мы пока разберемся с игрушкой до конца. Пока-пока.